Здравствуйте, друзья. Мы с вами на нашей стройке. Свет, посмотри, какой интересный предмет. Бетономешалка такая, да. Что же они тут мешают-то, интересно? Ну, я думаю, что, может, пошли посмотрим. Финальная ставка, На стеночку? Ну, да. Так, ну-ка смотрим. Смотрим на стеночку. Ну да, да. Явно. Явно они тут пытаются привести стеночку в порядок. Так. Тут вот даже у нас вход в гараж. Ну, давайте здесь и зайдем. Это наш гараж. Тут явно бетонного ничего не происходит. Вообще, я не вижу, чтобы в гараже что-то происходило. Единственное, что они шитраком все закрыли. Гипсокартоном, да. Закрыли, положили, все хорошо. Так, я слышу там музыка. Готовятся стенки под покраску. Ну, так, видите, вот они вот промазывают, чтобы швов не было, чтобы было гладенько. Значит, не касаясь стенок, они пачкаются. Да, я не буду касаться стенок. В общем, какая-то работа идет. Света, что вы там разбирали, ребята? Мы тут обсуждали, каким образом сделать штукатурку. Ага. Такой свет оттуда из этих окон. Да, свет хороший, да. Здесь же еще должно быть это самое. Наверху. Да. Ага. Люди весело работают под музычку, Света. Да. Так. Что? Окна вообще не дают света никакого. Окна, ну, по сравнению с тем, что солнце оттуда, окна темные, конечно. Это уже сеточки пришли на двери, которые наружу пойдут. Да. Вы видите, идет такая зачистка швов. Таким наждачным таким абразивным материалом. И так получается ровненько. Тут что-то поразмечено. Давайте глянем, что снаружи. Оп. Эй! Be careful, the wall. Ага. Ой! Так, друзья, нам попало на камеру. Вот вы видите там, что-то он там мажет чем-то беленьким. С руки мажет. То есть выравнивает, идет выравнивание поверхности. То есть тут она довольно шершавая, вот вы видите. Это все шершавенькое. А там дальше идет выравнивание. Вот таким мастерком таким размазывает. Вот одна из трех ванных. Так уже можно сказать, что завершена вот эта часть. Они все завершены уже. Пошли дальше смотреть. Это еще одна. Тут уже светло. Уже совсем другое дело. Так, как бы две полочки такие. И вот на полу тут уже более-менее. Ну что же, хорошо, да? Да. Возник вопрос, какое делать обрамление для окон. Ну, поскольку у нас стиль, в общем-то, такой достаточно минималистический и более-менее современный, то мы всюду делаем, вот это называется, раунд. Округленький, да. Да. Это металл, да? Алюминий? Это, я даже не уверена, металл ли это, но эти штуки, они бывают двух видов. Они бывают с прямым углом, да. И бывают скругленные. Так вот, сегодня течение такой моды, да, скажем так, что всюду делать скругленные. В общем, когда придете в старый дом, то в старом доме все углы будут прямые, и это сразу видно, вот если возник вопрос, меня контрактор не спросил, какой сделал, и говорит, вот мы, значит, сейчас приступаем вот к тому, чтобы делать все углы. Я говорю, они у вас скругленные? Он говорит, нет, мы купили прямые. Я хорошо, что я успела вот так вот в последний момент, то есть они уже закупили, затоварились, вот, и сказал, не-не-не, ни в коем случае, никаких прямых углов, все углы только скругленные. И это придает вот определенную такую более современную эстетику в наших краях. Может быть, где-то это по-другому. Да. Но в наших краях это смотрится более в наших минималистических краях? Да. Значит, это преподается... Мы не будем делать никакой отделки. Вот обычно еще делают в старых домах кейсинги. Наличники всего, да, наличники. Мы этого ничего делать не будем, потому что у нас дизайн все-таки современный.
Третий санузел. Смотрим. Так. Ну что же, материал, в принципе, всюду одинаковый, да? Ну, почти одинаковый. Вот немножко мозаика здесь не такая вот внешняя. Чуть-чуть. Вот. Пол такой же. Такой же, да. Мрамор. Это мрамор, да? Или это кафель, плиточка такая? Это, ну, кафель под мрамор. То есть плитка такая. Хорошо. Ну, вот так. Да, вот видите, шкафчики стоят замечательно будут. Да, вот тут шкафчики будут. Да. Отлично. Шкафчик, отлично. Объясни мне, они же не будут мазать краской вот тут. Нет, они именно будут мазать краской, но тут будет стоять этот самый, называется веники, да? Поверхность будет обработана перед краской? Чем? Да, конечно. Чем? Будет штукатурка обработана. Штукатурка называется у нас Orange Peel. Что такое шкурка от апельсина? Значит, есть два варианта. Это очень такая миленькая, такая купочки такие, да, как у апельсина. Но если они потом доской вот на эти купочки так надавят, они получатся немножко такие смазанные. Придавленные, да. И будет такой довольно-таки современный. Вот это то, что мы хотим. Это то, что мы хотим, да. Вот и тут тоже, вы видите, скругленные. Скругленные такие металлические стоят уголки. Не только тут. Вот и здесь тоже, да, вот они. То, что Светлана говорила про скругленность. Вот это то, как будет выглядеть стена, но ее еще покрасят, наверное, она же не останется. Ее покрасят, да. Но вот, но во всяком случае, вот кипочки, это тоже да, про уровень отделки, да. Свет, скажи мне, пожалуйста, с точки зрения покраски внутри дома, есть же разные уровни, как бы. Да, всего уровни, 5 уровней отделки. Так. Да? В дорогих домах все-таки они стараются затирать так, чтобы штукатурка была гладкая. Ага. И мы, когда строили дорогой дом, мы затирали это все. И, в общем, это большая работа, намного дороже стоит. Так. Дело в том, что, в камеру. Например, если бы затирать потолок, да, да, и малейшая неровность на потолке сразу видна, потому что свет падает, и это очень большая работа. Да. Поэтому, именно поэтому, чтобы сделать расходы меньше, делают это оранж-пил, на котором ничего не видно. Эти пупочки, да, они как бы скрадывают все шероховатости, если где-то неровно, допустим, там шитрик или заклеен. Так вот все вроде затейпано, все швы закрыты, вроде оно глазом смотрится ровно, но когда гладкая штукатурка, то видно, что оно неровно. На ней несовершенство видно лучше, да? Да, поэтому у нас здесь нет задачи делать дорогую отделку, у нас здесь третий уровень, вот этот Orange Peel, он, в общем-то, это как бы всюду так. Нет, ну еще массово. Раз, в дорогих домах делают получше, здесь у нас нет задачи такой делать, это недорогой дом вовсе, здесь все нормально, поэтому без претензий вот будет у нас Orange Peel. После того, как они покрасят, что у нас там дальше-то? Вот они сейчас готовят под покраску, потом будет покраска. Ну как же, нужно кухню установить. Это после покраски или до? Я думаю, что кухню до покраски нужно установить. Но уже привезли, да, все? Кухню привезли, но нужно купить каунтеры, нужно купить аплайенсы, нужно купить... То, что касается гранит там. Да, нужно купить гранит, нужно прикинуть и делать. Может быть, сделать проще. Дело в том, что у нас вот то, что называется в России фартук, а у нас называется бэксплэш. У нас нету так много места там для бэксплэша, потому что у нас сплошные окна. Да. Но что я хочу сделать? Я хочу купить дополнительный каунтер, да, гранитный. Да. И сделать под окнами на кухне два подоконничка. Там, с одной стороны, будут украшать, а с другой стороны, это полезная, опять же, поверхность, на которой можно что-то поставить. Поэтому мы просто купим лишний каунтер, распилим его там на пару частей и сделаем таких два подоконничка. Вот. А так все будет, в общем-то, очень... Ну, ты довольна ходом этих событий. Вот ты стоишь на самой пылюке. Так, да. Я довольна ли ходом, но я думала, что мне сказали, что уже готовы под покраску, но тут еще... Пока нет. Ну хорошо, тогда мы возвращаемся к нашим остальным делам. Да.